надо было немножечко обновить спектакль, чтобы он выглядел по-другому, потому что, ну, та редакция была тоже в свое время очень интересной и хорошей, но здесь другой художник по костюмам, это Элементаль, Зайцева, как бы, и немножко другое действие, чуть-чуть, не сильно измененное, потому что, мне кажется, редакция, она включает в себя все самое лучшее, что есть в этом балете от Горского и Петюха. Это как бы возвращение Дон Кихота на основную сцену. Это другая, как бы другое действие, другое событие, другое все. Тот спектакль, который я делал, он был прошлого века, а этот этого. Хотелось площадь Барселоны сделать вот пульсирующей, живой, всех разных, как просто вот месиво людей, которые там танцуют, веселятся, Испанию вернуть, потому что в какой-то момент немножко костюмы превратились в театральные в старом спектакле, они уже не такие испанские были, нет того испанского кайфа, что ли. Ну и дворец тоже должен был быть шикарным, испанским. У меня было сегодня удовольствие танцевать именно на исторической сцене Большого театра, именно с этим залом, потому что этот спектакль я еще не танцевал здесь, весь спектакль. И, конечно же, это серьезный шаг в моей карьере. Конечно, были какие-то волнительные моменты, но я старался получить удовольствие жить здесь, проживать свою роль, показывать какие-то виртуозности, но это уже мелочи. Честно, получил удовольствие. И надеюсь, что зрители тоже, и для меня это важно, чтобы они тоже были как на взлете. Душевном, эмоциональном, любовном и так далее. Я поздравляю Большой театр, что самый любимый спектакль зрителями «Дон Кихот» будет по-прежнему невероятно любим, потому что он еще и очень красивый спектакль.